Кис! Брыш! Кис! Брыш! Кис! Мяу! Быков Антон Геннадьевич. Ну, здорово, Антон. 75-го года рождения. По кличке Бык. Антоха Бык. Это что ли ваш Бык? Оля любит Колю, старых детских лет. Ты глаза-то разуй. Оля любит Толю, он ее сосед. Не видишь, чувак, как творится? Оля любит Мишу, он киснит. Люди убивают на улице просто. За что? Валить отсюда надо. Я просто нормальной жизни хочу. Здорово, бычок. Мне к тебе дело есть. Должок свой отдашь, и мне проблему решишь. Дело есть. Дело есть. Хрен сварился, будем есть. Базарь, давай, чё там. Короче, передайте всем остальным. Собраться нужно сегодня. Тащить всех упырей. Вот это да! Ребятки, вот это я понимаю! Антоша Бык. Получеловек, полубык, которому сегодня суждено раскрыть тайну мироздания. Солнечная подложка, стрих на подоконник, красные глаза, зеленые руководы. Короче, братан, мне нужны те люди, которые из новинки нахулиганили. Повеселее сделай лицо. Мама, разреши мне умереть. Скажи какой-нибудь. За демократию. Пусть только совесть останется. Какая же демократия с совестью-то? Идеалист, Антоша.